по культуре, да, председатель комитета по культуре города Санкт-Петербурга Константин Эдуардович Сюхенко. Меня простите, я только Татьяну Сергеевну не найду глазами. Господи, Татьяна Сергеевна, простите. Но бывает. После отпуска, знаете, иногда бывает трудно собраться. Я сегодня первый день. Татьяна Сергеевна, ну я не буду многословен. Я считаю, что судьбе было угодно, чтобы мы с вами прошли через один из таких трудных этапов жизни. И, по крайней мере, мне кажется, что сегодня можно уже говорить о том, что, во-первых, мы через этот этап с вами все-таки прошли, а во-вторых, я считаю, что, по крайней мере, я сказал, когда об этом в каком-то интервью, меня так шикали, потом говорили, что вот там вот. А я сказал, что очень хотелось минимально травмировать коллектив, минимально травмировать театр. Вот, да, там можно было поставить амбициозные какие-то цели, там чего-то там напридумывать, и вот, просто не хотелось травмировать коллектив. И мне кажется, это нам тоже с вами удалось, что, не знаю, может, кому-то эти мои слова бывают. Но, знаете, как на всех не угодишь, значит, нужно ориентироваться на большинство. Вот, я здесь сегодня потому, что я уже звонил вам в день рождения, но коль представилась такая замечательная возможность, я еще раз хочу вам сказать огромное спасибо за все, что вы делаете, огромное спасибо за то, что, в общем, вы всегда рядом. И, конечно, мы сегодня собрались, чтобы поздравить вас с выходом книги, с юбилеем еще раз. Я хочу вам сказать от всего нашего комитета, правильно сказали, когда я выходил, что вот комитет по культуре, я от лица всего комитета по культуре. От всей души поздравляю вас с юбилеем, с выходом замечательной книги о том мире, который вы создали в Петербурге. Низкий вам за это поклон и большое спасибо. Но я впечатляюсь для всех петербуржцев. Днем рождения!